Виктория Волженцова работает радиотелефонистом в службе пожаротушения всего год. И за этот небольшой срок уже успела себя проявить. Сегодня Виктория привезла с мирового чемпионата по пожарно-спасательному спорту серебряную и бронзовую медали. Девушка единственная из Актобе вошла в женскую сборную Казахстана. Впечатление, вообще все понравилось. Организация была на высшем уровне. Вот судьи тоже все честно судили. Таких пререканий не было. Ну, вообще, Казахстан классно всех встретил, всем понравилось. Вот, все представители других стран были довольны вообще от наших встреч. Ну, вообще классно все было. Ну, так, как для меня это вообще первый чемпионат мира, ну, я тоже была в восторге, если честно. Состязания проходили по четырем дисциплинам: подъем по штурмовой лестнице, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета и боевое развертывание. Еще один актюбинский участник чемпионата мира – спасатель Махамбет Сатыбалдиев, который занял первое место в составе сборной страны в боевом развертывании. Вообще занимаюсь 5 лет этим видом спорта. На чемпионат мира уже готовился как вот год, почти усиленно, тренировки. Вот. У нас сборы были по Казахстану, по всему. Впечатления, как видите, сами праздничные. Завоевали вот первое место по боевому развертыванию вот, в третий день соревнований. Были очень рады, конечно. Как рассказывают сами спортсмены, пожарно-спасательный спорт в Казахстане только начинает свое развитие. Сотрудники Виктории Махамбета по праву ими гордятся, ведь не каждый день актюбинцы завоевывают такие награды в мировых первенствах. Первый раз в Казахстане проводился всемирный чемпионат по пожарно-спасательному спорту. В сборную команду с нашей области входит, значит, Сатыбалдиев Махамбет и Волженцева Виктория. Они занимались у нас на территории и вошли в сборную команду. Показали отличные результаты. И вошли в сборную команду и участвовали в всемирном чемпионате, 10-м чемпионате мира. По итогам чемпионата мира в общем зачете победу одержала сборная Республики Беларусь. На втором месте Чехия. Третью позицию заняла сборная России. Казахстан на 5-м месте. Однако наши пожарники уверены в том, что золото для нашей страны в этих соревнованиях всего лишь вопрос времени. Асель Кинжалина, Жаслан Жубаев, программа «Факт».